Страховая пенсия ранее достижения пенсионного возраста назначается по пункту 1 части 1 статьи 32 400 Федерального закона о страховых пенсиях одному из родителей ребенка-инвалида, мужчинам по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Страховая пенсия по старости на льготных условиях также может быть назначена опекунам инвалидов с детства и лицам, являющимися опекунами инвалидов с детства, воспитавшими их до достижения ими возраста 8 лет. Досрочная страховая пенсия по старости этой категории граждан назначается с уменьшением возраста, предусмотренного Федеральным законом о страховых пенсиях, на 1 год за каждый 1 год и 6 месяцев опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и 15 лет, соответственно, мужчины и женщины. Необходимым условием для назначения досрочной пенсии этой категории является факт воспитания до 8-летнего возраста ребенка-инвалида и достижение ребенком-инвалидом этого возраста ко времени назначения пенсии. Если один из родителей воспользовался правом выхода на досрочную пенсию как родитель, опекун ребенка-инвалида, то другой родитель имеет право на этот же вид пенсии только при прекращении пенсии первым родителем или перехода им на другой вид пенсии, например, пенсии по старости на общих основаниях или на пенсию за выслугу лет по списку 1 или 2. Важно учитывать и тот факт, что период ухода за ребенком-инвалидом включается в страховой стаж и учитывается при расчете индивидуального пенсионного коэффициента. То есть родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, формируют свои пенсионные права. За один год ухода за ребенком-инвалидом учитывается 1,8 балла, в соответствии с которым определяются условия для определения права на досрочную страховую пенсию и определяется размер будущей пенсии. До выхода на пенсию один из неработающих детей и родителей ребенка-инвалида имеет также право на получение ежемесячной денежной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Ее размер на сегодняшний день составляет 5500